Я их всех очень-очень-очень люблю. Большинство из них были как сегодня поддержали. Да, большинство пришли меня сегодня поддержать. Большое вам спасибо. Перед концертом они поделились, что сегодня в зале будет присутствовать тоже один из родственников, который отмечает уже сегодня свой день рождения. Это Эдуард Ираян. Давайте его поздравим. С днем рождения! Ну и, наверное, один из самых неожиданных творческих подарков сегодня в концерт в исполнении они, да? Ну что ж, они с семьей. С Эриком, со своими замечательными детками, живет в нашем городе. Уже в Чувашии родились их трое детей. Дочь Стелла, поднимайся, Стелла, сюда. И сыновья Эдвин и Эдвард. Эдвард куда у нас подевался сегодня? Он у нас уже бегал тут по сцене, да? Вот они у нас поднимаются на сцену. И, конечно, они же тоже хотят поздравить свою любимую маму с днем рождения. Микрофон я передаю старшей. А, ну хорошо, маму возьмешь. Давай, что ты скажешь мамочке? Мамочка, с днем рождения Мы желаем тебе здоровья и творческого долголетия. И хотим подарить тебе эту песню. Мама, будь
талантливые дети, талантливых родителей, естественно. Молодцы, ребятки. Следующий.